в семку. Ну что, третья серия. Продолжаем, как говорится, да, продолжать. Что теперь? Так, что теперь? Так, дайте вспомнить, кто у нас тут и что у нас. Потому что записываю через пару дней и... уже забыл. Так, это у нас винтовка, да, это дробовик. Так, а ты куда бежишь? А, или ты никуда не бежишь? Давайте дальше смотреть, что нас тут ждет. Ой, хорошо как. Хорошо. По-моему, мы с вами что-то тут искали. Не помню кого, но кого-то мы искали. Так, F-очка. Ага, нет, надо на пихаль переключиться. F-очка. О, понял. Так, идем-с. Угу, до побачення. До побачення, до побачення. Блин, а много их тут. Много васенька. Ну хорошо, что хоть выносится с одного выстрела. А, ты не там был, да? О, понял. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ты чего? Ты чего? Алло, алло. Прекращай. Хорошо, что у нас скорострельное с вами оружие. Не зря все-таки взял его. Так, железо, железо. Давай посмотрим рюкзак. Что у нас по железу? 10. Значит, сможем прокачать, по идее, с вами дробовик. По серии, по-моему, мы с вами дробовик взяли. Для больших монстров. Хорошо. Так, тут ничего нету. А на пихаль мне нужно перезарядиться. Давайте попробуем с пихалем побегать. Немного перезарядиться. Все, место. Железо, отлично. Это нам надо. Крица, что? Но железо нам надо для прокачки. Все, минус один. Так, а кто? Так, нажмите С. Ага, а вот походу нам дробовик с вами и пригодится, ребят. Ой, ё-моё, ой, ё-моё, ё-ё-ё-ё, до побачення. Так, а буковку С нажать, ну, конечно, с вами нажмем. Ё, вы чё такие злые? Вы чё такие злые, ребятушки, ребятулечки? Ага, по тебе еще не попасть, да? По тебе еще и не попасть. Вот для чего нам нужен... Нелегко было. Дробовик, да, согласен. Давайте на С нажмем. Что у нас? Так, рюкзак, зелье. Не то, не то, не то. Я так и не понял, что мы с вами взяли. Так, доступно использовать. Доступно, ничего у нас недоступно. Это у нас оберег. Ага, повышает скорость стрельбы на 15%, скорость перезарядки на 20%. Ладно. В принципе, меняем дальше вот на эту штуку. Так, откуда мы прибежали? Я уже запутался отсюда, да, по-моему? По-моему, откуда-то отсюда, да. Так, бонжур. Ага. Открыть, открыть, открыть. Будем ли мы... ХП восстанавливаю, да, наверное. Нажмем на единичку. Я знаю, что еще на кьюшечку у нас три штучки есть, но пока трогать не будем. Так, забрать. Угу, 30 патрошков еще есть. Ага, оно еще быстрее стреляет. Шикарно, прикольно. Прикольный оберег. Так, еще железо. Не, надо будет, наверное, в любом случае качать себе дробовик на огромных монстров. Так, давай пехаль. Давай возьмем пехаль.
Тихо-т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 ихонечко. Тихонечко, зайчик, вы чего? Психованные такие. Погоди, это ты сзади? Ага, здорово. А я ж тебя вроде победил только что. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чего? Ты чего? Прекращай. Прекращай. Нормально же общались, что ты начинаешь? Ну. Ну давай, атакуй. Тихо, тихо. Понял. Понял. Так, кюшечка. Да, жалко, тут хаешек нету. Так, атакуй. Все, минус еще один. Справился. Да, мы с вами справились, только не могу понять, сколько их тут. Вроде только одного забаранили. И еще один. Так, а ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Тут двое. Тут один, да? Пикарно. Пикарно. Надо, главное, не забывать тут лутаться. Так, надо потратить будет пульки на пехоль. Ова, как раз и у нас и заряжается наша способность. Да и плюс потрошков у нас на пехоль побольше будет. Так, что тут есть? Чего тут нету? Конечно, он... Плохо выносит. Но вроде нормально. Крица самая быстрая рука на Диком Западе. Так, надеюсь, не огромный монстр. Что это такое? Ага. Ну ты хотя бы без этого, как его, без мечей нормально справились. Ой, ё-моё! Ля, испугали. Тупо снорки, как в сталкере. Ага. Нелегко было. Открыть. Снорков тоже там еле попадешь. Так, нам дали какой-то кристалл. Он нам для чего-то там нужен, а я уже даже не помню для чего. Должно быть, когда на базу вернемся, проверить, что это за кристаллы. Так, пихоль. Не, на пихоле еще нету. Нету способности. О, ну здорово. Перезарядить. Угу. Да. Да, очко талантов еще одно получено. Отлично. Теперь у нас их два, если не ошибаюсь. Но нам все равно нужно их три штучки. Так что пока месь не прокачаемся. Но я хочу идти пока месь на выносливость. Хочу пока месь идти с вами на выносливость, а потом уже... Йо! Йо-йо-йо-йо-йо-йо! Воу-воу-воу! Най-най-най-най-най-най! Так, давай, ладно, мечом. Вот на такие моменты нам и нужна выносливость, чтобы могли всех сразу вокруг себя... Как дробовик вещь, конечно, хорошая, но она медленная.
Так, а тут монстр идет здоровый, да? Оно? Ля, оно в меня тоже стреляет. Ты чё, давай смотри. И неплохо так с меня снимает, слышь, броню. Угу. И неплохо так броню с нас снимает, ребят. Да сколько вас здесь? Сколько нам еще идти? Сколько нам с вами еще идти? Блин, и сохранялки здесь нигде нету. И нету нигде сохранялки. Так. Бонжур. Бонжур. Так, короче, попадай. Все, до побачення. Неплохо, неплохо. Нам сюда. Блин, и вниз, и вверх. Куда идти? Вниз. Тут тупичок. Понял, еще одно, да? Очко талантов есть. А ну давай посмотрим. Так, талант. У нас здесь три штуки. Бодрость, уровень здоровья, выносливость. Давайте, наверное, в выносливость пойдем. Во. Ага, даже так. Давай на здоровье и давай на выносливость. Блин, а я думал... А я-то думал, знаете что, что типа нужно три таланта, а ну тут по одной штучке. Ладно. Ладно. Будем теперь знать. Просто в прошлый раз я-то... Это что такое? В прошлый раз я-то тыркал, пытался прокачать, но мне так и не получилось. Так, бонжур. Вроде правильно идем. Так, по-моему, на Alt присесть, да. Ага, и это незаметность. Надо будет ее тоже прокачивать. Наверное, она нам пригодится. Но пока у нас есть много с вами потрошков, думаю, можно и не прятаться. Так, ну это выход, да? Ладно, пошлите. Бей или беги. Два лучших средства против этих уродов. Ага, у нас даже адреналин будет. Так, отлично. Давайте сохранимся, пополним здоровье по максимуму. И как раз пополним все запасы. Все, назад. Идемте дальше. Так, использовали. Ага, тут нету никого. Давайте еще раз восполним. Или так не работает? Не, походу, это так не работает. Ладно, ладно, бегим. Хотел, как говорится, обмануть игру, да? Но не получилось. Ну и ладушки. Угу, еще одна дверь для перемещения. А вот и супербосс, на котором мне нужен будет дробовик, да? А, ты шо, ля какой. Ля какой, погоди, погоди, погоди. Не, стой, 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 стой. Воу, воу, воу. А как ты меня, а как ты меня достаешь, слышь? Алло. Не могу остановить кровь. Да? Так, на пятерочку. Или на четверочку. Ой. Ребят, ссоры. Я тыркал. Серьезно тыркал. Ладно, ладно. Тогда что мы берем с вами? Дробовик. Все. Берем дробовик. На четверочку у нас, по-моему, да? Да. На четверочку бинты. А на троечку это что у нас в рюкзаке лежит? Так. Эликсир побега при использовании героя возвращается на последнюю
контрольную точку. Нет, повышает полученный опыт на 20% в течение 2 часов. Гибель персонажа отменяет полученный опыт. Может, используем? Не знаю, зачем, конечно, он нам нужен, но... Ну, пусть будет. Идемте пробовать разбираться с супербоссом. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, иди ты, алло. А вот где ты? Ты к нам уже идешь, да? Отлично, отлично. Йоу, воу, ты гляди какой. Ля, какой злой. Ты чего? А как ты так достаешь? Алло. Ты че, прикалывайся? Ага. Тут еще и маленькие будут с нами, да? Тут еще и маленькие падлы будут с нами. А нельзя никак это все дело... Ребята, у нас проблема. У нас проблемка. И выйти я отсюда не могу. Выйти я отсюда не могу. Блин, лучше с мечом, лучше, может, с мечом это все делать. Не к добру, это не к добру, не к добру. Используй, пожалуйста. Используй, пожалуйста. Да. Жесть, конечно. Выносливости у нас вообще с вами нету. Выносливости вообще с вами нету. Ну отстань, пожалуйста, от меня. О, здорово. А где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Ага, вот иди. Да, но это, конечно, не серьезно. Это вообще не серьезно. Йоу. Тихо. Тихонечко, пожалуйста. Тихонечко. Ой-ё. Да, ребят. Мы почти, конечно, справились, но нет. Ладно. И что делать? Может пробовать с дробовика его. Но если б не эти маленькие еще взрывающиеся штуки, было бы вообще хорошо. Блин, вроде уже и таланты прокачали, да? Ну да. Мало выносливости, реально мало выносливости. Если бы не эти бомбы взрывающиеся. Если бы эти не взрывающиеся бомбы, было бы еще лучше. Так, до побачення. Я смогу пройти здесь? Смогу. А что у нас наверху ждет? Давайте посмотрим, может как-то отсюда лучше его разбирать. Или не? О, бонжур. Так, ага, бомбочки. Бомбочки бегут. А отстань, пожалуйста. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты чего? Ну, честно, я не знаю, ребят, мы застряли. Сколько у меня меча урона? 62. В принципе, как и у пехаля. Я думаю, нету смысла, да? С пехалем на него. Окей. Ну, значит, будет такая серия, что я могу сделать. Не, могу, конечно, сейчас поставить на паузу. И когда пройду, включить запись, но... Посмотрим.
Как говорится, посмотрим. Так, где ты? Где ты? Так, хорошо. Вот это мне вообще не нравится, когда он вот так бежит за нами. Это вообще не камильфо. Не-не-не, ты чего? Даже и не прикалывайся. Ну нет, ну пожалуйста. Нет. Да. Короче, ребят, сейчас я поставлю на паузу, пройду этого босса и включу запись. Так что все, не прощаюсь. Не поверите, я таки справился с этим монстром. С 265-й попытки то пришлось возвращаться на базу, улучшать свой дробовик и в упор его расстреливать, потому что это бред. Ну ладно, если он бы нападал бы, это еще ничего, но когда вот эти вот взрывающиеся штуки на тебя еще бегут, это, конечно, выбешивает. Так что давайте залутаем, что тут может быть, посмотрим. Я жарю, пришлось дробовик, у меня дробовик уже урон 182. Что как-то так. Я не знаю, сколько раз я пытался это сделать, но все-таки справился. Это хорошо. Так, давай смотреть. Я не знаю по поводу оружия, как с ними, с этими боссами в дальнейшем справляться. Я так понимаю, это чисто так, то разминочка была. Нужно будет что-то думать. Так, давай заберем. Тут, по-моему, где-то я ящик видел, который можно залутать. Не такие маленькие обычные, а нормальный ящик. Когда я бегал от этих монстров. Так, а где он? Сейчас бы еще вспомнить. Так. Где же я тебя видел? Честно, уже не помню. Так, но это не то. Это все не то. Где-то здесь должен быть нормальный ящик стоять, который можно залутать. Угу. Че, потерял, да? А, вот он. Я же говорил, я что-то видел здесь. Во. И добыл с этого монстра вот эту вот штуку. Колючий комок. Угу. Ценный ресурс, добытый после победы над потрошителями. Используется для создания мощного модификатора. А модификаторы у нас, я без понятия где. Наверное, на базе, да? Так, выход. Ну, побежали на выход. Хопа. Шикарно. Так, погоди, или я сюда приходил? Я уже запутался, если честно. А, не, выход. Ладно, идем. Надеюсь, мы правильно пошли. Так, мы с вами вышли. Отлично, что по дробовику. Найдите вход в метро. Блин, а я не хочу. Я знаю, что там в метро по-любому что-то нас будет ждать плохое. Вот стопудово. Так. Есть ли тут кто-либо? Нету. Давайте используем силу. Вроде никого нету, да? Так, ребят, сейчас, одну секундочку. Звук может пропасть, проверить, да. Все, нормально. Потому что бывает такое, что я вроде микрофон включил, а в самой ОБС-ке нету. Чтобы пока мы далеко не ушли с вами.
Не пришлось переигрывать все заново. Так, контрольная точка. Хорошо. Шикарно. Давайте сохранимся. Давайте сначала посмотрим, что у нас по поводу материалов. 8. Мало. Мало. Тогда просто сохраняемся. И весь металл был потратил на дробовик. Все, сохранились. И давай смотреть, куда. Ага, карта показывает, что сюда. Или не? О, бонжур. Бесконечные завтра сменяют друг друга, пока не кончатся патроны. А ты кто? Да? Заходи! Дом мусорного зуба для тебя всегда открыт. Как говорила мамуля, миказы суказа. А, дом достали библиотека. Зачем ты здесь? Поговори. Да, ты живешь здесь один? Ну да. Обычный старый мусорщик, живущий на краю света. А со старого вертолета удобно стрелять по корягам, если они сюда заявятся. Тут бывает одиноко, но тем ценнее становится хорошая компания. Ладно, так я тебя насмерть заговорю. У меня историй наберется с миллион, но ты здесь явно по делу. Итак... Так, хочу взглянуть на твои товары. Давай посмотрим. Товары? У меня один хлам. Так, что это? Коробка с боеприпасами. Рагу мусором повышает выносливость 25 единиц на 60 минут. Гибель персонажа не отменяет. Ага, выносливость, продажа. Что это такое? Повышает опыт на 25. Давай продадим ему. Да, продать. Бумс. И теперь у нас 1200. А мы можем с тобой сделать как? Удачи, молодая кровь. Так, мы... Заходи еще. Мы же с вами продали, да, вот эту вот эту штуку? Да, у нас ее нету. Давай посмотрим, восстановится ли она. Со всякими штучками, приправами, по тайному рецепту. Восстановится ли она у нас в рюкзачке? Так, нет, не восстановилась. Ага. Значит, так не получится. Ладно, ладно, не получится, значит, не получится. Я думал, знаете, пару раз так побегать, попродавать, но... А получаемый опыт, вот это мы продали, чтобы... Опыт на 25% больше был. Но, в принципе, не сильно, я думаю, и нужен, да? Ага, здорово. Здорово. Здорово, здорово, а ты шо? А ты шо, Робин Гуд, ля? Так, очко навыков. Давай использовать талант, наверное, на выносливость. Ребят, на выносливости вы как не хватает. И что-то оно мало восстановило. Ну ладно. Так, давай смотреть, что у нас тут ждет. Отлично. Кристалл, лом. О-о-о. Так, отойди. Ага, ты здесь. Но вы обычные, да? Монстрики, вы не сильно опасные. Ну да, вы не сильно опасные. С вами можно и пехалем разобраться. Так, бонжур. Ага. Стой. Стопэ. Умри! Согласен. Так, кто? Сзади, да? Ля, слышь, Робин Гуд. Прекращай. Так. Не
остановить кровь. Угу, на четверочку. О, справился. Со всеми? Так, потертое кольцо. Это что такое? Это что такое? Где оно у нас? Погоди, кто-то идет? Увидели, мы нашли какое-то кольцо. Так, амулеты. Не то. Есть ли у нас с вами еще что-нибудь интересное? Нема, да? Нету доступных. Угу. Ладно, ладно. Двигаемся дальше. Блин, вот эти вот звуки меня напрягают. Бонжур. Так, патроны, патроны, патроны. Хорошо. Не к добру это. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Дерьмо! Так, блин, надо прокачивать дробовик. Я думаю, по максимуму, сколько сможем, надо прокачивать дробовик. Штука классная, особенно против огромных монстров. Не знаю, стоит ли тут лутаться, надо ли оно нам. Но если будет металл, это будет хорошо. Но походу его нету, да? Да, походу металла нету. Угу. Там что-то светится, тут что-то светится. Бонжур. Как оно? Как оно ваше? Ничего. Так, что тут светилось? Ага, ты светился, да? Ну куда я, куда мы тут вот бежим? Куда? Против дробовика тут уже как бы на вашем эти полномочия все. Заканчивается. Так, здорово. Конечно, на большом расстоянии такое себе. А, вот, все, 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 с мечом, с мечом. Как тебе? Стой. Ах ты, падла. Ах ты, падлюка такая. Так, нужно восстановить здоровье. Нужно восстановить здоровье. Все, минус один. Нелегко было. Ну да, согласен. Если бы еще так бы в пабге стрелял бы, было бы вообще шикарно. Так, нам показывают, что нам туда нужно. Нам тут тоже что-то есть, да? Да, у нас все что-то светится. Так, помоечку обыскать нельзя. Ага. И кто-то опять тут ва-ва-ва делает. Так, давай дробовик. Перезарядили. Перезарядили. Бонжур. Это лом. Я не знаю, для чего нам лом нужен, для чего он используется. Так, железо. Что у нас по поводу железа? 11. Маловато будет. Реально маловато. Нам бы штучек 50 бы хотя бы. Железо было бы хорошо. И можно было хотя бы до 200 прокачать. Ух, нелегко было. Так, качать наш дробовик. Так, по-моему, нам направо, да? Ага, погоди. Там что-то еще светится. Кто ты? Вот, тоник. Снимает эффект заражения. Повышает сопротивление гнили на 30% длительность 10 минут. Не, нам оно не надо пока, я думаю, да? Так, меняем на дробовик. Во, верно.
Ага, нам, по-моему, вход надо было в метро, да, найти с вами? Если я не ошибаюсь, вход в метро, да, ну вот оно. Во, как раз и контрольная точечка. Это хорошо. Давай сохранимся. Карна, пойдем, вернемся в блок 13. Да, посмотрим, что это у нас там за косточки появились в этом в рюкзаке. И как их использовать? Так, модификатор. Давайте посмотрим, кто у нас тут модификацией занимается. Ага, привет. Ты у нас модификациями занимаешься? Или не ты? Так, есть мерцающие осколки. Слушай своим голосом. Давно в блоке. Хочу взглянуть, что у него есть. Так, мерцающие осколки. Не, у меня их нету. Они мне не попадались. Ладно, давай, пока-пока. Слышь? Доктор, а у тебя что-то есть интересное? Мы так и не познакомились, как следует. Я Реджинальд Малоун. А я Бэтмен. Но можешь звать меня Реджи. Если нужно прикупить что-нибудь полезное или поправить здоровье... Да, или нужно. Можем обменяться историями. Только свои приготовь. Да, я люблю поболтать. Так, ох, знаешь, я в основном бегаю по окрестностям и ищу добычу. Да брось. Вся соль всегда в деталях. В подробностях. Наконец-то новое лицо. А то тут сейчас все мрачнее тучи. Но не так-то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг. Будь добрее, когда можешь. Тогда и жить легче. Слушай, тебе ведь удалось нам помочь. Сегодня ты настоящий герой блока 13. Продолжай дарить надежду. Хорошо. Только лучше. Стараюсь. Так, что это такое? Адреналин повышает обычную скорость движения на 15%. Ага. А сколько стоишь? 50. Купить. Давайте, наверное, две штучки купим, да, на соточку? Купить. Так, бинты по-любому надо будет купить хотя бы две штучки. Так, что это у нас? Масляные. Ага, не то. И кто повышает? Скорострельность оружия на 15%. Скорость перезарядки на 20% для всех героев. Например, ближе. Ага. Соточку. Ну, давай попробуем. Посмотрим. Так, аксессуары. Это что такое? Повышает получаемый урон на 300. Увеличивает весь наносимый урон на 15%. Две монеточки. Купим. Удачного. Так. Давай посмотрим. Колечко. Хорошо. Повышает полученный урон на 300%. А может не? Может не надо? Это типа на нас будет нападать и на 300% быстрее будет, да? Так. А я не знаю. Чем могу помочь сегодня? Ну правильно я понял, что... Когда на нас давай будет нападать, глянь. Мы будем тратить с вами 300%, да? Угу. Продажа. Покупка, продажа. Блин, давайте продадим колечко. Не хочу я его. Так, доступно все. Чем могу помочь сегодня? Можешь купить мне колечко? Только лучше. Так, продажа. Ага. Окей, не могу. Удачного, да? Пути. Надо будет проверить это кольцо. Давайте, наверное, его мы... Мы его продать не можем, да? Дополнительные параметры. Так, ага. Радиация, электричество, мороз, кровь. Ладно. А это у нас что?
дополнительная информация. Дополнительная информация. А когда мы снимаем, ничего не поменяется, да? Так, урон в ближнем бою. Плюс 15, урон в дальнем бою 38, урон. А что меняется, кроме этого всего? Блин, надеюсь, это не так работает, как я подумал. Так, привет. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Да ты достала, истеричка. Да? Да. Ну, давай глянем. Давай меняться так-то. Капа-кука, что это? Аура восполнения. Давайте купим ауру восполнения, да? Так, наделяет боеприпасы силой огня. Повышает наносимый урон 757. Блин. 50 секунд, действует 15 секунд. Блин, не, нам лучше, наверное, на хпшку, да? Купить. О, создание. Создание, что это такое? Плащ и шипов. Снижает урон дрожжеской атак в ближнем бою на 20%. Отражает 120%, получаем в ближнем бою урон. Так, создаем. Все. Плащ и шипов мы с вами сделали. У меня полно работы. Угу. Открыв рюкзак, можете установить модификаторы. Хорошо. Угу. Плащ. Так, ага, вот тут я понял. Смотрите, на дробовик у нас, получается, будет восстанавливать здоровье, да? Напехали мы, видим всех. А на этой вот штуке... Давайте у нас будет плащ и шипов, снижает урон. Все, красиво. Плащ и шипов, давай посмотрим. Блин, надо будет как-то заюзать, посмотреть. Да, отстань от меня просто. Так, бонжур. Что-то нужно? Да. Хочу взглянуть. Нужно? Давай посмотрим. Ага. Так, создание нету, улучшения нету, покупка. Нет, а что такое? У меня мало металла. Во, железо, да? Угу. Маловастенько. Следующее нужно 12. Окей, окей. До встречи. Да, давай, пока-пока. Пошли посмотрим, как работает этот плащ. Хотя, наверное, надо было плащ ставить себе на этот, как его, на дробовик против монстров. Мы сейчас посмотрим. Сейчас отправимся назад и посмотрим, как оно работает. Он как раз сейчас должен восстановиться будет. Так, перемещение, последняя контрольная точка. Да, полетели. Так, давай смотреть плащ шипов. Все, шикарно. Шикарно, то есть наносимый урон, да? Угу. А теперь давай посмотрим с вами аптечку. Аптечку, только надо будет восстановиться сейчас. Во, хорошо. Давай смотреть аптечку. Угу. В этом радиусе, да? У нас будет восстанавливаться здоровье. Насколько я понял. Угу. Давайте. Наверное, здоровье мы перенесем с вами. На эту штуку. Так, во. Теперь у нас дробовик. Нет, не то. Так, дробовик теперь у нас будет... Где у нас дробовик? Вот дробовик. Установить у нас будет плащ шипов. А на этой штуке у нас будет с вами восстановление здоровья. Правильно? Правильно. Так, давай сюда. Давай сюда дробовик. Шикарно. Так, ребят, давайте, наверное, уже в следующей серии продолжим. Нам, походу, куда? В какую сторону? Какую нам сторону? Мы, по-моему, отсюда пришли, да. Значит, нам туда. Я говорю, в следующей серии уже продолжим. Будем смотреть, что нас там с вами
ждет. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.